Желаю, чтобы во имя праздника и во все остальные дни приумножались бы в ваших душах чувства милосердия, сострадания, умиротворения, молитвенных откровений, щедрости в приношении людям добра во имя благополучия и процветания нашей Родины. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассаляту вассаляму аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмагин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хурматли азиз дин кардашларым, дорогие мои единоверцы, братья и сестры, уважаемые дамы и господа. В конце января этого года состоялся учредительный меджлис мусульман и руководителей мусульманских общин Московской, Ивановской, Нижегородской, Тверской, Ярославской, Калининградской областей, а также города Москвы. Волею меджлиса создано Духовное управление мусульман Центрально-Европейского региона России. Думая об интересах ислама и общении верующих к его неприходящим ценностям, мы помним, что живем сердце страны, регионе, откуда началась Русь, пошла Россия. Присутствующие здесь могут быть убеждены в одном. Духовное управление мусульман Центрально-Европейского региона России будет активно противостоять распространению лжи и клеветы об исламе, будет предпринимать все усилия, направленные на защиту чести и достоинства ислама и мусульман. Мы, воздавая хвалу Всевышнему Аллаху, Творцу, Устроителю всего сущего, должны помнить и на деле способствовать утверждению в обществе идеалов мира, добра и согласия. Это особенно важно и необходимо делать сейчас, когда в нашем доме, имя которому многонациональная и многоконфессиональная Россия, льется кровь. Мы сегодня и 3 месяца назад, до начала кровопролития на чеченской земле, призывали и продолжаем призывать верующих: не давайте места злу и ненависти в ваших сердцах. Будьте богобоязненны и терпеливы, направьте все ваши силы и помыслы на созидание своей бессмертной души. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. По постановлению правительства Москвы мы получили земельный участок на прекрасном месте Москвы, на территории парка Победы, на строительство мечети памяти павшим, защищая отчизну, защищая нашу страну, в том числе в честь победы над агрессорами, фашизмом во время Второй мировой Отечественной войны. Есть патриотизм, и это заложено в человеке, заложено в наших же религиях.
есть богобоязненность, и это полезно обществу. Богобоязненный человек никогда не будет нарушать те законы, которые принимает общество. Он богобоязненный, он человек смиренный, он человек терпимый, и этот человек надежный, на него можно положиться. Мы пережили этапы развития после Октябрьского переворота. Были уничтожены наши крупные ученые, улемы, имамы, священнослужители. Были разрушены тысячи и тысячи наших мечетей, но однако наша вера сохранилась в душах мусульман. Она и в традиции народа, и в сохранении языка, в сохранении культуры, в сохранении в чистоте нравов. Наша культура отличается от культуры Востока, отличается от культуры Запада. Почему? Потому что мы соединили Восток с Западом. У нас синтез культуры. А вероучение наше учит, чтобы мы ценили Божий дар, дар Всевышнего Аллаха, жизнь человека, и не проливали кровь, не убивали безвинных граждан, не совершали зла по отношению к своему соседу, к своему брату, к своему односельчанину, к своему народу. Тяжкий, жаркий день суда, не останется тени и укрытия, кроме тени от трона Господа. И Он укроет правителей, справедливых к Своим подданным. Я прошу Аллаха Табарака ва Тааля, чтобы Он помог вам оказаться среди них. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ведя народную дипломатию, мы стараемся создавать атмосферу доверия между мусульманским миром и Россией. Вносим вклад в разрастание авторитета нашей страны в мире. Безграничная милость и самый драгоценный из даров Аллаха, Господа миров, был явлен нашим предкам. Это дар обретения истинной веры в единого и всемогущего Творца Аллаха Тааля. Те государства уже давно остались в глубокой истории. Ушла власть, ушли мирские сокровища, богатства, армии, караваны, но остались мы, потомки тех народов,
кто принял религию ислам, религию Аллаха и осталась вместе с нами наш иман, наша вера. Московская соборная мечеть – это символ нашей веры, нашего единства. День открытия Московской соборной мечети, приходящийся на 9-й день месяца Зульхиджа, в день Арафа 1436 года хиджри, это не только еще одна определяющая веха в истории российских мусульман, но и события государственного масштаба для Российской Федерации, добрая весть для всего исламского мира. Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени награждены муфтий шейх Равиль Гайнуддин, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации. Я искренне хочу поблагодарить вас за высокую оценку моей деятельности, за оценку деятельности моих коллег, имамов и муфтиев, которые с верой, правдой служат своему Отечеству, своей вере и нашему многонациональному, многорелигиозному народу. Раббана, о Господи, о Всевышний, прими это от нас благим поступком и действием, приближающим нас к Тебе. Поистине Ты все слышишь и все знаешь. О Всевышний, пожелай, чтобы мы были покорны Тебе, и сделай так, чтобы среди наших потомков будет нация, народ, покорная Тебе. Аллаху акбар, Аллах.